Почему на моем телефоне? Вижу. Она классная. Это личный дневник Маргариты. Вон то, что у нас Ксюшка носит. Она что, пьет кофе? А Кики нет. Ух ты, накакала. Всем привет, ребята! И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня мы для вас снова снимаем 24 часа челлендж. Мы очень хотели, чтобы мы поменялись комнатами на 24 часа. Сегодня мы поменяемся комнатами. Это вход в мою комнату. А этот вход в мою комнату. Там тебя ждет сюрприз. Какой сюрприз? Уроки я не буду делать, убирать не буду. Но пока мы меняемся нашими комнатами, вы обязательно подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь и ставьте лайки. Все, мы пошли. Всем пока. Сюрприз говорила мне Маргарита. Спасибо. О, и телефончик. Она ставила телефон. Телефон посмотрим потом. Сейчас я хочу что-то посмотреть. А вот он, я не заметил. Это личный дневник Маргариты. Так. Так, все. Ну что, ребят, вот я и нахожусь в комнате у Ксюши. Давайте посмотрим, чем же здесь можно заняться. Ну, уборку здесь делать не надо. Я надеюсь, она у меня там приберется. Я специально не убирала сегодня. Нет, ребят, я это не буду делать. Чужие письма нельзя читать. А ключики я заберу, потому что давай. Я начну с того, что я чуть-чуть приберусь в комнате. Потому что мне не нравится, когда бардак. Вот эти даже кушают гранаты. А знаете, что мне здесь хочется исправить? Я хочу открыть окно. Она постоянно закрывает шторы. Я хочу, чтобы было светло. Ну, посмотрите, как она тут красиво. Она их еще закрывает. Нужно, чтобы солнышко светило. Она их закрывает. Вот посмотрите, так намного лучше. Так, что у нее здесь есть? Книжки. Я пока читать еще не хочу. Nintendo потом еще можно поиграть. Руки она уже вроде сделала. Это хорошо. Посмотрим, что у нее здесь. Может быть, на это разрисовать эти дорога. Классный запах. Побрызгаемся. Пахнет кокосом. Коктейль. У нее тут слаймики стоят. Они уже засохли. А этот? Этот. Прилипла. Ну, по-моему, надо запустить. Она что, пьет кофе? Странно. Теперь мы вывалим банку на. Идем? Идем, 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 идем. Раз. Два, три. Так, иди гуляй. Где тушить? Идем. С собакой погуляла. Что это? Давайте мы заполним вот это. Заполним ее кузнечик. Так, а где мы тут? Тут у нее ручки, фломастеры. Nur einen einzigen YouTube-Kanal abonnieren. Wer ist der glücklich? Если бы ей можно было это подписаться на одного ютубера, кто бы был бы это? Сестрички Лайф. Так, убираем. Тут у нас альбом с DIY. Может быть, что-нибудь сделаю. Вот тут ну, так, наклеечки. У меня нету наклеечек. Смотрите, сколько. У нее еще там есть и другой альбом, который там наклеечки всякие. А это что? Не знаю. Картонка какая-то, которую можно разукрасить. Что это? Давайте сделаем вот эту вот коробочку. Так,
Вот такая вот коробочка. И давай же. Туда можно что-нибудь положить и подарить. Оставим это Ксюше. Туда. Убираем. Можно будет мне переодеться. Но я сомневаюсь, что я найду что-нибудь. Так, посмотрим. Штаны. Она классная. Давайте я выберу вот эту зелененькую. Ее любимый цвет. Еще раз потом сидеть. Сидеть на лапу. Лежать. 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 Опять. Сидеть. Уроки для Маргарет я точно не буду делать, потому что она учится в пятом. Хотя я в четвертом. Так что я тут просто приберусь. Мне так скучно здесь. Знаю даже чем заняться. Меня бы сборник поиграла, погуляла бы. А у нее хомяк, который спит все время. Ладно, давайте хомячка достанем. С ним немножечко поиграем. Она обычно под поилкой сидит. Не, она не тут. Ее тут нет. Вот она, кикуська. Нет, 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 нет. Уже убежать хотела. И как с тобой можно поиграть? За мячиком ты не бегаешь. В футбол ты не играешь. Умывается. Держится. Я надеюсь, там Ксюша выгулит мою собаку. А Кики нет. Ух ты, накакала. Ладно, Кики, отпустим тебя домой. Побегай немножечко. Мне не хочется. Ты моя зайка. Пока. Я сейчас буду рисовать. А где? У нас нету карандаша. Я хочу нарисовать табличку с моим именем. Где мои двери? И рисую. Смотрите, как красиво. Шедевр. Да. Теперь я тут закрашиваю. Закрашиваю. Ага. Все зеленое. Красиво. Нет, тут фломастер, наверное, заканчивается. Что, не так хорошо рисует уже? Я закончила мой рисуночек, теперь я пойду его клеить. На сегодня эта комната моя. Снимаю. Вот так. Я хочу достать вот эту синюю листрика. Почему она его туда наверх убрала? Она его купила и убрала на шкаф. Он такой классный. Да, мне его посадить. Иди сюда. Так скучно тут. Смотрим, что тут. Угу. Тут ничего. Почему у нее эта книжка? Я думала, она не читает такие книжки. Это она делала чехол на телефон. Почему на моем телефоне? Ты же оставила свой телефон. Все, что есть у тебя в комнате, я могу трогать. Какие выглядят. Ну ладно. Пока. Она сидит в моем телефоне. А свой телефон она не оставила. Это несправедливо. Пойду искать ее телефон. Ты сегодня можешь заходить в свою комнату. Я не захожу, я просто рядом. Маргарита уже
4 маленьких ящика и один большой ящик. Смотрите, ребят, очки поломаны. Зачем они ей нужны? Они же поломаны. Тут у меня гитара стоит. Ух ты, блин, может быть, поиграем. Она такая тяжелая. Не умею я играть. Может быть, книжечку почитать. Она читает злое. Наследство. Она тут читает страшилки. Сейчас начитаюсь, и потом еще не усну. Ну, тут, наверное, такие детские страшилки. Посмотрите на вот эту бабушку. Но это не такая уже. Что-то мне не нравится эта книжка. Очень не нравится. Ого. Ух ты! Много выделила. Вон то, что у нас Ксюшка носит. Помада. Ничего нет. Чем мне еще заняться? Я не знаю, чем мне заняться. Так, уже почти 9 часов, и нам надо собираться спать. Я выбрала себе одежду, в которой я буду спать. Вот в этой футболке. Но сейчас мне надо расправить постель. Мне было бы лень убирать столько подушек. Лучше бы две, чем много. И Маргарита спит на двух подушках. Не знаю почему. Сейчас я выберу, в чем я буду спать. Пижамку, потому что мы сейчас будем ложиться спать. Ой. Что мне подойдет? Может быть, вот этот единорог? Жарко будет мне. Может быть, вот эту вот футболочку. Еще есть и вот такая пижама. Наверное, вот эту выберу. А вот она. Нашла. Все. Переодеваемся. Так вот, я и переоделась. Теперь пойдем чистить зубы. Приятно тебе поспать на моей кровати. Спасибо, и тебе тоже. Пока! Ну что, стелим постельку и ложимся спать. Потому что надо спать носком. Ух ты. Сегодня буду спать с мамой. Не надо, не надо. Будьте мои хорошие, Светочка. Всем пока, ребят. Ну что, ребят, на этом наш челлендж уже заканчивается. Если вам понравилось это видео, то тогда подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ну а мы будем спать. Спокойной ночи.